Под номером 28. Готовится участник под номером 29. Не, у меня вообще сейчас есть. Она выграмотала. Не знаю, мне кажется, уже как бы уже, ну, мокро. Знаешь, вот сейчас тепло просто. А вот так, если холодно, ну, это да. Вообще, две пачки. Прости, я тоже думаю, что ты можешь на России? 8. Знаешь, когда мы в России на России, да, в России, чтобы было нормально. Ну, тебя можно так взять, независимо от выступления. У тебя собрать большие школы? Под мышку, но одна в карман, другого. Мне понравилось. Значит, Фокина тоже не едет. Это не от двери. Конкурентов убирают. У них собаки-то работают. У них собак рабочих нет, у них все куплено. Ну, сейчас посмотрим, они сейчас. У меня вот этот белый кобель, он от атаркенских собак, от суки, от кобеля. А бумагу нам не дали. Пошли его. Сука не выставлялся, она сломала ногу. 4 месяца шейку бедра. А если сделать описание? Мне даже мороз. На рейс вызывается участник под номером 29, готовится участник под номером 30. Вот оказывается, какая фигня ты есть. Когда учишь, ты постоянно поощряешь, а интересно. А потом, да. Это вот Васька, вот Васька тогда обиделся. Здесь вот он реально был на правку. Ну что же, я целый, вот в этом году на 4 балла отработал Россию. И в этом году 4 балла. Че, вот это делалось, я ни капельки не прибавил. Ругался, ну как минимум хорошо, что не упали. Да, я тоже результат. Ну а потому что что, там без расширения и шоки вообще начал. Сука слабенькая. А, ну вот ты его знаешь. Она же не особо сильная собака, а он ее еще шоки рыбал. Вот шокер. Успокойся. А шокер что сказал? Ну что ты как деньги?
участник под номером 30. Готовится участник под номером 31.